Практически нет таких заболеваний, с которыми бы микродозинг мухоморы не подработал. Если вы хотите большую статистику, то баба Маша, да, сейчас опубликовала бесплатно в интернете, выложила про микродозирование мухомором книгу. И с моей точки зрения, самую ценную ее часть – это ряд невероятной ценности. Данные – это ее статистика по микродозированию, где приведены отчеты. У нее, по-моему, было более 3000 участвующих в эксперименте. И там от, не знаю, от сексуальной активности до диабета все возможные случаи отчеты перечислены, как работал микродозинг. И если вы хотите большой опубликованной статистики, вот к бабе Маше там все есть, вы поймете, что такое мухоморный микродозинг. Значит, в плане здоровья это реально все заболевания, плюс я бы крайне рекомендовал его спортсменам и тем, кто занимается активными тренировками, потому что, среди прочего, мухомор работает еще и как классное обезболивающее, и он позволяет убирать всякие старые болячки, связанные с суставами, мышцами, старыми травмами, растяжениями, вывихами и так далее, и так далее. Тоже его классное свойство. Ну, не буду, да, ну, если смещаться в сторону психики, то одна из совершенно замечательных вещей, которую делает мухоморный микродозинг, это нормализация сна. Уже буквально через несколько дней приема вы почувствуете, что вы хотите лечь, а может и в тот же, с первого же дня. Вы хотите лечь спать раньше, а просыпаетесь вы позже, особенно если у вас бессонница, это вообще классная штука, мухоморный микродозинг. И можете даже не услышать будильник, да? Даже если вы привыкли по нему вставать. Вот нормализация сна – это реально офигенная вещь. Следующее, что мухомор делает как энтеоген, это практически гарантированный отказ от употребления других энтеогенов. В первую очередь это табак и алкоголь. Посмотрите отчет бабы Маши, и здесь я уже могу свою статистику привести. В 9 случаях из 10 при регулярном употреблении мухоморного микродозинга, у меня очень большая здесь статистика, это ну, скоро к 1000 случаев, наверное, подойдет, люди бросают бухать. Вот реально вообще бросают. И чуть с меньшей вероятностью, но тоже достаточно массово, там 70 с чем-то, не помню, сейчас цифры меняются все время, процентов отказываются от курения. Чем это вызвано, это неизвестно, но эмпирически совершенно понятно, что мухомор не любит противников. Он выкидывает другие энтеогены, поскольку и табак, и спирт – это реальные энтеогены, да, они вводят нас в состояние измененного сознания, да, и как психоделики они могут поработать, если правильно к ним подходить, то мухоморы не любят конкурентов, и он их выпихивает. И сюда же ложится еще одно классное свойство мухомора при микродозировании, это то, что, значит, во-первых, да, к нему, от его можно прекращать употреблять когда угодно, и к нему нет привыкания и нету с него этого ужасного слезания, да, как с настоящих колес с химии. И если вы его употребляете одновременно с вот этими химическими психотерапевтическими препаратами, таблетками, по ним Марс правильно называются, ну, вот эти психокорректоры. Психотропы. Ну, да, психотропы. Так вот, на мухоморном микродозинге, если у вас есть такое желание, вы плавно, без... О, вспомнил. Ну, я же не... Да, я не из фармы, я не психолог, и я не держу. Да, без синдрома отмены. Так вот, без синдрома отмены. Да, без синдрома отмены микродозинг мухоморный позволяет сойти вот со всех этих психотерапевтических, химических препаратов. И это класс, на самом деле. А если уже чисто о его таких свойствах, да, коррекционных в плане сознания и психики говорить, то это инструмент, который позволяет чрезвычайно убирать всякие пограничные состояния, начиная от тревожности и депрессии, и всяких сезонных проявлений, да, и так далее, и так далее.
И, в общем, ну, здесь столько отзывов и статистики, что это все просто несомненно. Глобально мухоморный микрозинг нужен для того, чтобы и... То есть это и рыбку съесть, и на лифте покататься. Да? Он нужен и реально, а не в шутку. То есть он работает вашим здоровьем в плане общей физиологии, и он улучшает ваш общий психологический фон, и, если надо, работает и как психотерапевтическое средство.